Всем привет, друзья, с вами Джек Шепард, и сегодня мы с вами начинаем проходить игру «Сталкер. Тень Чернобыля». Давайте вспомним, с чего началась эта великая серия, что же она нам преподнесла в далеком 2007 году. Уже почти 6 лет прошло с момента выпуска этой игры, и последний раз как раз 6 лет назад я ее проходил, поэтому я думаю, будет очень интересно мне освежить воспоминания об этой игре, ну и вам посмотреть на мое прохождение. Надеюсь, оно будет интересным и вам, мне. И давайте начнем. Новая игра. Выберем уровень сложности сталкер. Я думаю, не будем уж на ветеране-то носиться. Этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Отлично. Ну, что стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Подожди. Ох, какое сильное чувство ностальгии. Подумай, только 6 лет назад вышла игра. Так, это в нашем инвентаре, да? Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Так, ну давай как с опытным. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию.
Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию, уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря, расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Так, окей, первое задание взяли. Совершенно не помню, я даже, в принципе, вот эту вот всю первую... Ну, удачной часть охоты, игры. Сталкер. Спасибо. Первую часть игры даже толком не помню. Так что... Ох. Прыжки помогут вам забираться на невысокие препятствия для того, чтобы прыгнуть, нажмите пробел. Отлично. Ctrl присесть, Ctrl каплук. Отлично. Смотрите, да, графически игра не особо устарела, я бы сказал. Выглядит очень-очень хорошо. Так, тут тебя старший наш хотел видать. Я видеть, но это не значит, что тебе здесь рады. Проходи, не задерживайся. Ладно, я не буду мешать тут никому. Подходи, пообщаемся. Ребят, это просто круто. Привет, зачем пришел? Привет, мне нужен Шустрый, не подскажешь, где его найти? С Шустрым скверное дело приключилось. Тут неподалеку на его группу бандиты напали и Шустрого вывели с собой. Он только и успел что-то скинуть. Его напарники, похоже, накрылись. Ребят сообщили, что бандиты сейчас в старом АТП, что за дорогой. Вы своих из плен не вызволяете? Не по-дружески как-то, или слабо? Эх, врез бы тебе, да толку. Не так все просто. Людей у меня мало, да и те сплошняком новички. Не могу рисковать. Если мы этот лагерь потеряем, всем нормальным сталкерам худо придется. А ты сам что? Если не трусишь, от помощи не откажусь, не гордый. Так как, поможешь с бандюками разобраться? Предлагаешь в одиночку? Да нет, так ты фиг справишься. Разведчики мои, бойцы что надо. Сейчас они как раз тех уродов пасут. Вместе вы, в принципе, имеете неплохие шансы. Ну так что? Или все же слабо? Так. Ну давай попробуем. Когда игрок кому-то помогает, мужики, улучшается отношение сталкера к нему. Или пытаться персонажа в целом, если у вас хорошо. Или пытаться с торговцем продавать ему товар со скидкой. Прием. Хорошо, волк, присылай. Понятно. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Окей. Так, фонарик Л. Слушайте, ну это просто, просто отлично. Сколько мне помнится здесь где-то. Вещи лежат наверху. Да-да-да, тайничок. Или стоп, нет. Вот справа, я так понимаю. А, то, что находится в тайнике. А слева наш инвентарь, да? Нет, все-таки обалденно. Послушайте, мужики. Нигде больше такого нет. Эмоций куча просто. Я помню, как в 2007 году, когда игра только вышла, мы с другом вместе сбросились, купили диск на двоих и... Ну, естественно, это была не лицензия. А и... Проходили фактически синхронно игру, постоянно созванивались, рассказывали, кто куда дошел, кто что сделал, каких монстров мы видели. И вообще... На тот момент, когда я играл, мне игра казалась просто жуткой какой-то, дичайше страшной, я очень пугался ее. В некоторых местах, особенно когда ночью бродить, это было просто, не знаю, невыносимо. Шел, руки мокрые все, идешь, сердце стучит, ты думаешь, блин, что может приготовить для тебя зона? Сейчас уже такого, я думаю, не будет, но все-таки некий элемент неожиданности и страха, я думаю, все равно будет присутствовать, так как это... Ну, это зона. А-а-а.
И по сравнению с Зоном Припяти, который я уже прошел, я думаю, здесь... Я ранен! Я ранен! Вертолет. Спасибо, что передумали, уроды, блин. Насколько я помню, там база военных, точнее блокпост. Привет. Черт, хреново-то как, помираю. Аптечку, кто-нибудь! Ты как, живой, Толик? Пока да, кровь хлещет, аптечку дай, а? Держи. Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Так, спасибо, друг, еще чуток, и я твой должник. Что вообще стряслось? Да, с вылазки шли, напоролись на бандюков. Одного нашего сразу кокнули, шустрого с собой волокли, он им лапши навешал, что знает схрон с кучей артефактов. А я мертвым прикинулся, вот и обошлось. Мне шустрый нужен, пойду за ним, компанию желаешь составить? Ох, друг, боец из меня сейчас как из портянки. Вот оклемаюсь чуток, да в лагерь почапаю. Я народу обязательно расскажу, что ты мне помог. Спасибо еще раз. Ну давай тогда поправляйся. Так, до встречи. Я думаю, мы пистолет с собой возьмем, сейчас достанем. Там уже собачка доедает. Кого-то из ребят, их даже две. Подумаю, только это сталкер, тень Чернобыля. Так, тут я что-то вижу. Я буду стараться выполнять все квесты, но если какие-то не смогу, допустим, сделать и пойду дальше, то особо не ругайтесь, так как мало ли они вдруг будут сложными или неинтересными. В общем, я думаю, посмотрим, но скорее всего я буду проходить все квесты, так как будем играть с полным погружением в мир игры. Так, не с вами, да, нужно было встретиться. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Давай, Петруха. Привет, дружище. Волк уже нас предупредил. Дополнительные вопросы какие-нибудь имеются? Да, сколько бандитов в лагере? Человек 7-8, двое в районе ворот, двое в правом здании у костра, двое в здании слева, там и шустрого держат. По двору еще временами кто-то шляется, а так вроде все. Ну что, начнем? Помолясь. Так, начнем, давай. Мужики, тут погнали. Волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед! Геройствовать! Нормально. Так, ну, ребята, я не знаю, я здесь новичок, поэтому... Давайте я за вами буду идти. Никак, нет? Так, теперь вопрос, в какую сторону лучше нам зайти тогда? Вообще, насколько я помню... Некоторые локации финальной версии вообще были вырезаны из игры, и вот здесь, например, не было никакого АТП, по-моему, да? Здесь была совершенно другая локация, разработчиками задумана, но в финальном релизе ее брали. Так, а пока разложил что-то. По-моему, наверху. Не верю, конечно, что я его отсюда задену. Давай. Не, все-таки слишком далеко. Ау, ребята меня ранили. Нашего завалили. Зацепило меня. Ой, ой, тихо, тихо. За нашего вырубили. Пацаны, мне бы оружие взять. Ну-ка.
Ой, перезарядка. Отлично. А, блин, забыл поставить микрофон под фильтр. Так, ну что, последнее сохранение давайте загрузим. Я, честно говоря, не помню, где я сохранялся, но... Думаю, игра нас любезно автосохранила, да? Особо. Перед нападением, да. Ситуацию. Так, все, я готов. Мужики, тут волк прислал вперед. Нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать! Once in God. Ну что, ребят, двигаемся, нет? Так, нужно быть аккуратнее, и мне бы сразу автоматом разжиться, дробовиком хотя бы. Да и обрез просто сойдет. Там было, да? Я убью тебя, убью! Я не помню, как здесь лечиться. На быстрые кнопки все это не поставлено. Как в Зое Припяти, например. Поэтому здесь будет немножко сложнее получи, играть. Получи! Лови пулю, гад! Так, давайте их обойдем. Будем похитрее. Так, отходим. Один ушел. У него артефакт был. А как поднять оружие? Ладно, пофиг, 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 пофиг. Так, 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 так. Еще один ушел. Вот что мне нужно. Тихо, тихо. Сколько еще осталось, интересно, а? Берем его тепленького. Опа, опа, па-па-па, все, вижу. Иди сюда. Ой-ой-ой, за машину, за машину. Все, ты мой. Их двое. Ой-ой-ой, у меня совсем плохо со здоровьем. Нужно гада обходить. Мэра, обходи, обходи эту шелупой. И он тоже, да, решил так сделать? Скотина, блин. Ну-ка. Как у меня мало здоровья, а? Где ты, куда ты делаешь? Так, пистолеты мне в принципе нафиг не нужны.
Так. Кранты вам всем! Ой-ой, не-не-не, не то нажал. Откуда он? Все, отъехал. Аптечка у тебя есть, нет? Нет, зато есть еда. Ну что, сколько вас там еще? Фуф, еле выжили. У тебя должна быть просто аптечка, да? И она у тебя есть. Все, сохранимся, теперь нужно шустрого выручить. Ну, надо сказать, игра нас встретила, да. Встретила нас не очень хорошо. Братцы, я тут! Спасибо, брат. Все нормально. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Вот это спасибо, брат. Вот это выручил. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Слушай, мне нужна флешка, которую ты нес торговца. Она при тебе. Есть такое дело. Эти олухи обыскать толком не умеют. А, ладно, забирай. Ты мне как-никак жизнь спас. Она была надежно спрятана. Эти быки даже толком ее обыскать не умеют. А, спасибо. А где ты ее прятал? Мало ли, может пригодится когда. Не ниже пояса, не боись, я давно на торговца работаю. Прятать инфу учен. Кстати, я быкам наплел про схрон с артефактами. Так они одного туда отправили. Схрон там действительно имеется, только артефактов всего один. Если хочешь, дам тебе координаты. Давай. Только не забудь, там зверя всякого много. И с бандюк, который туда направился, тоже не с совочком. Так ты будь осторожен, спасибо, мужик. И тебе спасибо. Так, мне нужна работа, есть что на примете? Есть кое-что, найти усовершенствованный костюм. Давай возьмем. Пока сидел в плену, слышал, что бандиты говорили об их тайнике, где они хабар складывают. Слышал, что они куртку там клево спрятали, что на следующий день их тайник для себя какой-то монстр облюбовал. Да так облюбовал, что они теперь ходить туда боятся. Принеси мне костюмчик, будь другом. А я уж с тобой рассчитаюсь. Давай. Так. Торговать я с тобой не могу. Ну ладно, флешка у нас есть. А теперь можно возвращаться к торговцу. Но сначала мы немножко здесь осмотримся. Бутылки взять я не могу, да? И это, видимо, тоже. Ящики пусто. Ну, как-то у них тут вещей-то особо не было, видимо. Лагерь был временным. Поэтому мы ничего здесь не найдем. Все равно, думаю, стоит наверх подняться. А вот там, кстати, есть какой-то, да, сундучок-то. Сейчас мы проберемся туда. Тайник пустой. Так, карта. После лагеря бандитов под крестом я спрятал хабар. Я уж и забыл, как карта-то выглядит. Заброшенная мельница где-то здесь. Последний раз видели пропавшего братка. Вещи погибшего в аномалии. Тайник, оставленный шустрым. Сюда можно сбегать, но насколько я помню, там собак куча. Я сейчас, видите, не в самом лучшем состоянии для того, чтобы биться с собаками. Так что более подготовимся. Получи, отправимся туда. Это гранаты у тебя даже есть. Пистолет продадим. Не зря же мы 3 штуки их насобирали, да? Здесь у нас, насколько я помню, потребностей в еде никакой нет, поэтому если мы долго не будем кушать, то персонаж не погибнет, ничего с ним не случится.
Но это, насколько я помню, я могу ошибаться. Как всегда. Мы с вами будем работать по старой схеме. А если я что-то не буду знать или какой-то важные вещи, то я думаю, вы подскажете в комментариях. И дальше будет попроще. Не помню, что это за белый значок показывает нам. Разведчик из группы Волк. Может, мне надо с кем-то поговорить или... Петр уходит, ты считаешь, что мертв и как бы все. Ладно, возвращаемся. Но что-то мне подсказывает, что они все погибли. Все до единого. Стамина у нас гораздо дольше тратится, чем в том же Зое Припяти. Это хорошо. Собаки. Нужно как-то аккуратненько пройти мимо них. В столкновении я бы не хотел поучаствовать с ними. Но если что, обрез мой готов. Аномалия. Еще, кстати, я думаю, очень много изменений в версии игры произошло с патчами, так как мы в свое время, когда проходили, там, естественно... Смотрите, он сталкера тащит. Да ладно. Не было такого никогда. Охренеть. Не-не-не, не гранат лучше. О, ребятки. Вы по мне стрелять начнете, да? Так, ладно, все, мы вроде дошли. Оружие, я думаю, лучше убрать. И быстро сохраниться. Так. Я думал, у него можно еще какое-то задание взять, но только то сдать. Итак, Сидорович, я сделал, что ты просил, и сейчас я тебе об этом доложусь. Что притащил? Так, приветствую Меченого, как успехи? Ситуация прояснилась. Флешка-то с информацией где? Вот она. О, 1500 денег он нам дал. Отлично. Мне нужна работа, есть что на примете? Притащить хвост псевдособаки, убить торгового представителя, зачистить место всех мутантов и найти артефакт Медуза. Давайте попробуем убить торгового представителя. Прикинь, тут неподалеку крутится какой-то чудак, который представляется моим торговым представителем. Пользуется, значит, моей репутацией, а потом толкает некондиционку. Сломанные стволы, разваливающуюся броню, просроченные консервы. У меня тут уже было пару разборок с недовольными. Короче, мне нужен человек, который пообщается с торговым представителем вплоть до некондиции. Я берусь. Отлично. Так, торговать. Я бы хотел тебе пистолеты вот эти продать. То снаряжение, думаю, которое на мне... Его выбирать не нужно, да? Плюс 200 здоровья, но... Давайте один продадим. И купим 3 аптечки. Торговать. Неплохо. Хороший товар. Как бы еще колбаски. Неплохо. Ну, 100 молодец. Рублей это, конечно, грабеж. Я доволен. За палку-то колбасы. Так, ну в принципе, что у нас там по времени? Это 30 минут где-то. Вступительная серия прошла неплохо. Нас, правда, один раз убили, но Сидорович сидит довольный. Ох, как же приятно все-таки вернуться в эту игру. Я надеюсь, ну, что удачной вы все ждали этого прохождения. Получить спецзадание торговца нам нужно с вами. Я думаю, мы это сделаем в следующей серии. Обязательно комментируйте, ставьте пальцы вверх, если вам нравится это прохождение. Это огромный стимул для того, чтобы выпускать серии как можно чаще и
не знаю, стараться выкладываться по полной, так как все-таки во времени я обычно ограничен, и не всегда получается вовремя выпускать серии, но когда смотришь на большое количество лайков и комментариев, когда зрителям нравится то, что ты делаешь, это огромный стимул к тому, чтобы продолжать дальше и стараться даже через «не могу» выпускать серии как можно чаще. Так что я думаю, мы с вами друг друга понимаем, и большое спасибо за просмотр. С вами был Джек Шепард, увидимся в следующих сериях. Это будет отличным прохождением, я вас уверяю. Счастливо!